Итак, приветствую всех, дорогие друзья, на нашем очередном обучающем стриме за зергов. Наконец-то я нашел реплей, который искал. Нашел реплей двух игроков, корейцев. Я сам пытался сыграть подобного рода стратегию за зергов против тиранов, но у меня никак не получалось, потому что я, честно говоря, небольшой фанат матча по ЗВТ и многих аспектов игры не знаю, не совсем хорошо понимаю в этом матчапе, многих таймингов не знаю, поэтому я решил прибегнуть к помощи специалистов, да, к помощи прогеймеров. Вот. И столкнулся с проблемой, что практически все матчапы ЗВТ на сегодняшний день они строятся на игре через муталисков. На игре через муталисков. Муталиски, потому что очень сильные юниты. Они позволяют зергу контролировать какую-то часть игры очень активно, да, контролировать карту, постоянно напрягать тирана своим присутствием, харасить армию, харасить экономику, как минимум заставлять ставить туретки и так далее и тому подобное. Но проблема муталисков в том, что за них нужно хорошо контролить. Да, то есть у вас должен быть хороший мутастек, работа мутастеком, нужно постоянно напрягать, постоянно нужен очень хороший мультитаскинг, потому что нужно постоянно летать муталисками, искать возможность для атаки, при этом не забывать дома развиваться, выходить в правильные технологии вовремя и так далее. Вот, поэтому я посчитал, что эта стратегия не совсем подходит для новичков StarCraft, да, если вы начинаете играть или в целом играете не очень часто, то играть через мутастек это то еще приключение. Вот, я вот пытался сыграть сам или найти игру, где зерги будут играть через через люркеров в начале, ну и через ультралисков тоже я постараюсь либо найти, либо сыграть сам как-нибудь, покажу такую макро стиль без муталисков. А сейчас мы посмотрим с вами игру корейца Зелота, это у нас Зелот зерк против Ройла у нас Теран, и игра здесь будет у нас как раз таки через две хэтчери люркеров. Вот, я сам пытался сыграть такую игру, но вот у меня, повторюсь, не совсем там слаженно все происходило. Как-то поздно я, либо рано второй газ ставил. Вообще не знал, нужно ли ставить второй газ или нет. Не совсем понимал, сколько именно люркеров нужно делать для первой атаки и так далее. Вот, ну а Зелот это как бы максимальный знаток зергов и куча зерговских алынов. Да, он на этом... Он на этом собаку съел. Да, эта шутка не про то, что он кореец, а про то, что он зерк и любит строить дефайлеров и кушать собак. Ну ладно. Так, у нас карта дежавю. Да, карту я тоже вот искал на 4 человек, чтобы было... Ну, в общем, несколько было неплохих ТВЗшек на дуэльных картах, но дуэльные карты, они тоже немножко специфическую особенность некоторые имеют, поэтому я решил все-таки искать игры на картах на 4 человек. Вот, и у нас мы видим, что Зелот ставит 11-ю хэтчери, затем он заказывает дрона, ну, еще одного дрона, получается, снова 11-го, и этим дроном, который появится, он построит спавнинг-пул. Да, вот я обратил внимание, что Зелот играет только этот билд-ордер в матчапе ЗВТ. Да, вот он постоянно ставит 11-ю хэтчери, и затем 11-й пул и 10-й газ. То есть одновременно ставится пул, ставится газ, личинки, обратите внимание, подвинул он после этого личинки. В прошлом как раз-таки уроке я пытался разобрать эти моменты, да, как правильно двигать личинок. Вот, а, ну, мы будем более пристально следить за игрой и за геймплеем зерга, да, за билдордером. Вот, а Ройл у нас играет через стеночку, в целом стандартно, да, здесь будет стандартная игра от Терана. Вот. А что самое главное в этой стратегии, в быстрых люркерах, это чтобы Теран ее как можно позже обнаружил.
Вот, для этого нам нужно будет как можно быстрее избавиться от присутствия SCV на своей базе. Для этого, да, здесь сразу же мутируется лейер, как только достраивается спавнинг пул. Ну и, соответственно, да, как только достраивается газ, сразу же отправляются три рабочих на газ. Здесь заказывается сразу же лейер. И вот заказывают несколько зерлингов здесь и здесь. Вот, и 6 зерлингов в итоге он сделал. Этого, как правило, достаточно, чтобы вытеснить рабочего вражеского с мейна. Вот, и, собственно, Royal, сам понимая это, что зерг будет хорошо сейчас контролить собачек, решает уехать из СВшкой. Собачки бегут, здесь Оверлорд видит присутствие маринесов на натурале, и собачки возвращаются домой. Как раз таки в этот момент, так, давайте вот этот момент чуть более подробно пройдем. В этот момент решает Зелот, вернувшись домой, да, собачками, и понимая, что сейчас разведки у Терана не будет, он решает сыграть Гидралиск Дэн. Гидралиск Дэн ставится примерно на, вот видите, ну, где-то 75-80% готовности лейер. То есть нам нужно, чтобы у нас лейер и Гидралиск Дэн достроился одновременно. Да, во все остальное время он, кроме этих 6 собак, построил вот Оверлорда. Где-то на 17-м лимите он его заказал. И, естественно, мы пока что строим дронов. И вот, да, скорость собачкам заказывается примерно одновременно с Гидралиск Дэном. То есть у нас Гидралиск Дэн идет, и сразу же скорость зерлингом. Сейчас обратим внимание на то, как он поставит второй газ, на каком тайминге. Ну, я думаю, что примерно, когда Гидралиск Дэн достроится. То есть там самое главное, чтобы у нас... Да, вот можно было Гидралиск Дэн чуть-чуть раньше. То есть где-то... Вот он поставил где-то на 80% готовности лейера. Нужно где-то на 75% готовности лейера ставить Гидроден. Как раз вот Гидроден и лейер у нас достроятся одновременно. И мы сразу же сможем заказать апгрейд на Люркер Аспект. Апгрейд на люркеров, то бишь, обязательно, да, вот у нас saturation такой, так называемый, да, обеспечение дронов на минералах должен быть, ну, максимально грамотно нужно подходить со стороны зерга к этому. То есть вот у нас 9 минеральных патчей на мейне и, соответственно, 9 дронов. Всех остальных дронов мы переводим на натурал. Да, ну и вот смотрите, одновременно с тем, как у вас достраивается Гидралиск Дэн, мы заказываем второй газ. Пошли еще небольшое количество дронов здесь. И как только Гидралиск Дэн достраивается, сразу же заказываем Люркер Аспект. Сейчас еще один дрон здесь пошел. И пока что личинок... да, и дальше сразу же Гидралисков. Сразу же Гидралисков у нас делает Зелот. Заказывает 3 Гидралиска здесь. И сейчас 2 Гидралиска закажет здесь. Итого у нас получится 5 Гидралисков. 5 гидралисков, и это будет именно атака с 5 люркерами. То есть у нас как раз, смотрите, сейчас начинает добываться второй газ, да, как только он достраивается, сразу же отправляются сюда дроны, и тем самым у нас получится 5 люркеров, да, 5 гидралисков, которые мутируются в 5 люркеров. Остальное, да, здесь заказывает оверлорда здесь и здесь. Кстати говоря, он с оверлордами, да, немножко завтыкал. Но ничего страшного. Самое главное, как я тоже в предыдущих видео уже говорил, самое главное, чтобы личинок не копилось больше 3 штук. И здесь как раз-таки к моменту появления вот этого оверлорда у зерга накопится личинок, подкопится как раз личинок до 3 штук. И в этот момент он закажет большое количество собак, да, то есть люркера у нас хорошо работают в связке с собаками. Как только гидралиски наши достроились, то есть наша задача оттеснить разведку и вражеских юнитов домой нашими собачками со скоростью, и гидралиски, как только достраиваются, сразу же идут в направлении база Терана. И здесь вот, смотрите, сейчас зерк у нас видит то, что пехота выходит вперед, а это стандартный тайминговый выход, абсолютно стандартная игра от Ройла. То есть здесь Терана сейчас очень часто играют такую стратегию, то есть это два барака, пехота, выход на 5-й минуте с первыми 2 медиками, потом там достраиваются дальше еще 2 фаербата или 1 фаербат медик или 1 фаербат маринер. По-разному играются иногда. Вот, и здесь у нас люркеров, он решает отвести вниз, да, чтобы они не столкнулись
с этой пехотой. И вот, посмотрите, какой идеальный просто тайминг получается у Зелота. Достраивается люркер-аспект, и в этот момент как раз рабочие приносят последние два газика. И вот, смотрите, 500 газа и минералов ровно достаточно, чтобы заказать сразу же 5 люркеров. Да, вот шикарное просто исполнение со стороны Зерга. И здесь единственная ошибка у нас от Ройла была в том, что он не просветил, да, он не сыграл в сканеры. Почему он не сделал сканеры, и не имея разведку на базе у Зерга, не совсем понятно. Вот, по-хорошему, он должен был во время этого выхода просканить и посмотреть, количество дронов смотрится на натурале, и, ну и технологии, само собой. Вот, здесь почему-то Ройл решил этого не сделать. Ну, в любом случае, он сейчас увидит люркеров, да, мутирующихся здесь, и успеет поставить два бункера. Это стандартный ответ Тирана на такой геймплей от Зерга. Это строительство двух, а иногда и трех бункеров перед стеночкой. Вот он решает это сделать. Если бы стеночки не было, то он бы ставил их чуть глубже, и вот, скорее всего, за это Ройл сейчас и поплатится, за то, что он бункера поставил довольно далеко от своей базы. Вот здесь собаки угрожают окружением этим маринцам, поэтому они отходят назад. И самое главное, что Ройл не знает точного тайминга, когда именно люркера доделаются. Да, и здесь у нас дальше, как я и говорил, да, со скопившихся личинок он заказывает большое количество зерлингов, чтобы они сыграли роль такого, как раз-таки, протанчили немножко урон маринесов и фаербатов, чтобы люркеры подольше пожили и побольше нанесли сами непосредственно урона. Ну и собачки сами тоже довольно неплохо атакуют. Вот, если суметь ими хорошо окружить армию Терна. И вот микро, да, вот у нас даже забинжено бинды от Зерга. На двоечку он забиндил лейер, на троечку у него на хэтчере, на 4 оверлорд, и армию даже, вот собак он даже не биндит, у него забинжен только лишь люркера. Вот забегает люркерами одновременно с собаками, подкапывает сначала первых люркеров, которые ближе были к маринесам, чтобы маринесов дальше отзонить. При этом следующие люркера у нас бегут дальше, то есть он не закапывает одновременно всех, он закапывает по два, закопал двух, маринесы убежали дальше, следующие люркера бегут дальше, и вот если бы сейчас маринесы развернулись, то... Да, вот как раз подкапываются эти люркера, и в этот момент выкапываются следующие, и вот так вот в несколько этапов заставляет Тирана убежать домой. И здесь смотрите, какой еще очень хитрый тайминг. Апгрейд на дальность маринесом не готово, и без апгрейда на дальность маринесы из бункеров не достреливают до люры. И вот идеально здесь у нас как раз таки Зелот подкопал своих люркеров, чтобы люркера доставали до бункера, а бункер не доставал в ответ по люркерам. Даже если сейчас просветит Ройл, то бункер не будет атаковать по люркерам. И вот смотрите, здесь ошибается немножко Теран, да, он не успевает вывести вовремя СЦВшек, чтобы починить один бункер. И если, да, этот бункер упадет, да, и он падает, то с одним бункером очень проблематично как раз таки отбиться от атаки, от налома 5 люркеров и собачек. Вот здесь еще по-хитрому вот так вот у нас подкапывает немножечко поближе сделать своих люркеров, для того, чтобы люркера еще дэмэдж по СВшкам наносили, чтобы сложно было чинить бункер. Вот здесь как раз таки просветил Ройл, так как ближе... Апгрейд на маринесов доделался, и сразу же Ройл применил просветку, чтобы бить ответочкой по люргерам. Но Зерг, мы видим, что скопил уже большое количество собак. Еще люркера доползают. Вот у него еще 6 люркеров бежит, потому что газа скопилось как раз-таки на то, чтобы заказать новых люркеров, если не получится проломить с этими имеющимися 5. Вот, ну мы видим, что Зелот все же решает напасть. Здесь пошел стимпак, после чего садится в бункер, но слишком много люры, получается, даже ни одного люркера у нас не потерял Зерг. При этом подползают гидралиски, мутируются сразу в люров, не используют самих по себе гидралисков у нас Зелот, используют только люркеров. Ну и дальше
по логике вещей должны еще собачки здесь добегать. Да, вот дальше снова зерлингов достраивают у нас зерк. Ну и вот таким вот нехитрым образом зерк проламывает у нас Терана. Немножечко Теран ошибся как раз таки в позиционировании своих бункеров и в зачинке своих бункеров. Но при этом нельзя не отметить, что Зелот отлично исполнил свою стратегию в плане таймингов, в плане микроконтроля своими юнитами. Вот. Ну вот такая вот стратегия. В дальнейшем мы видим, что добавляет уже Спайр. Если даже как-нибудь получилось бы отковыряться у Терана у себя на мейне, допустим, он бы успел поставить бункера, то дальше был бы переход в муталисков, и там уже, скорее всего, Теран никак не готов бы был к этим муталискам у себя на мейне. Вот такая стратегия, очень советую вам ее отработать, и надеюсь, что она принесет немало побед против Теранов такого первоначального уровня. Стратегия должна работать очень-очень хорошо, если ее грамотно отработать. Спасибо всем за просмотр. Всем пока и до скорых встреч.